Дети и взрослые, мечтающие освоить навыки работы диск-жокея, теперь могут воплотить свою мечту в реальность. В Доме офицеров открылся первый филиал аудиошколы диджея Грува. На первом занятии побывали и мы. Раз, затопись, давай еще раз. Два, то есть плавно попробуй. Евгений Рудин 16 лет назад открыл в Москве свою аудиошколу. За эти годы ее окончили сотни людей, для которых музыка стала неотъемлемой частью жизни. Теперь обучаться диджеингу можно и в Люберцах. Мы те учителя, которые занимаемся несколько другими знаниями от общеобразовательных школ. Но в полной мере мы готовы вам предоставить все знания, все те приемы, которые мы наработали годами, начиная от диджейской истории и заканчивая уже о том, чтобы звучать по радиостанциям и играть свою музыку. На первом занятии ребят познакомили с профессиональным диджейским оборудованием и рассказали, как диск-жокей чувствует музыку и работает с аудиторией. Мне очень понравилось. Тут очень здорово. Очень интересно. Меня научили считать музыкальные квадраты в диджейнге. Здесь разовьют у детей и взрослых чувство ритма, научат создавать музыку в разных программах и сводить треки. Интересен тот контингент людей, который захочет прийти и попробовать себя в роли диск-жокея или в роли музыканта. Помимо технических задач, прежде всего, главное в школе аудио – это главная творческая задача. У кого есть желание, кто будет этим заниматься, вот, тому мы будем помогать и говорить ему, что делать дальше для того, чтобы действительно осуществить свою мечту. По словам Евгения Рудина, уже через пару месяцев будет виден первый результат. К концу образовательного курса ребята создадут свои первые треки в новом музыкальном направлении. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Молодец.